Вот там лай. А где, собственно говоря, пирамида? Ребята, пока нормально все. О, я там был зимой. Пацаны, пирамида! Все все одинаково поднимаются. В одну дырочку. Охренеть! Там внизу тихо. Ой, ой, это чё? Это чё? Это чё? 3, 2, 1 Хоты! Привет, дорогие друзья! С вами я, Кирюха Варбач, Олегопи, Паша Клэнс и Сережа Болотов. И сегодня мы отправимся в фантастические приключения по пирамидам! Привет, подписчики! О, да! Так, вы приготовились! Мы с вами путники! Мы с вами как Нэнсисы, Фрэнсисы, Дрейки! Мы возвращаемся на 9 лет назад! Кто помнит одни из первых серий? Мы все, просто каждый уважающий себя мужчина, любил кататься вот по этим замечательным спускам по воде. Что ты говоришь, Олег? Паша сказал, что я разбился, я не разбивал. А, понял. Ребята, ну каждый же уважающий себя мужчина скатывался вот по таким замечательным речкам. Вот такие вот речечки всегда были просто beautiful. Потому что мне всегда нравилось взять какой-нибудь гидроцикл, привезти его сюда и катиться. Не было скилл-тестов, не было заданий, а чем-то хотелось заниматься. А сегодня нас ждут пирамиды. Так, давай. Ну, пирамиды Хиопса. По крайней мере, так было написано в скилл-тесте в начале. Да и в начале ролика вы, наверное, видели эти пирамидки. Так что просто потерпите, и я уверен, мы с вами увидим то, что хотим. Так, ребятки. Шрек на танке едет. Шрек, это, понимаете, это читер. Ему плевать вообще, да, все. Ему плевать на законы физики, ему плевать на законы скилл-теста. Он делает все, что он хочет. Охренеть! Так очень тяжело управлять, кстати, этим квадриком. Он не поворачивает, он не поворачивает нормально, как надо. И что это у нас за повороты какие-то? Это реально, знаешь, похоже, как будто мы выбрались в экспедицию и ищем путь просто гробницам в GTA 5 онлайн. А где, собственно говоря, пирамида? Мы сели, вот здесь надо музыку какую-то такую пиратскую, такой мы реально навстречу приключениям просто плывем, смотри. Если включить фантазию, и похер, что вы взрослый человек. Мне 29. Я хочу включить фантазию и представить, что я еду реально по какой-то реке Египта. А, понятно. По реке Египта, по Нилу какому-нибудь. И просто еду и хочу найти пирамиду Хеопса. А что застряли, я не понимаю. А тут пролетел читер просто и врезался в нас, а нас это чуть-чуть откинуло, мы врезались. Это на абордаж! На абордаж! Ой-ой-ой! Бегом! Ой-ой-ой! Не сталкивай меня, пожалуйста, не хочу умирать! Нормально? Нормально еду? Олег, скатишься? Нормально туда? В воду улетишь? Нет? Нет! Шрек! Ну что ты делаешь? Вот как говорят, знаете, в семье не без урода, как бы, а, понимаете? Это человек еще из Новокузнецка, как бы. Ну вот что сделать? Я про Шрека. Да, конечно, Олег с Новокузнецка. Кто не знал, Олег с Новокузнецка. Настоящий Сибиря. Я из Калининграда. Мы едем. Пока нормально все. Пацаны, пирамида, видите, пирамида. Я уже вижу головку пирамиды. Да вот, Олег, смотри, какая здоровая. Как ее построили? Подожди, реально, как ее построили? Охренеть. Вижу, очертания. Подожди. Я только на скилл-тесте на картиночке видел эту пирамиду. Так, ладно, мы бежим. Мне реально интересно, что там такое, как она выглядит. Подожди, мне перекрывает. Блин. Глотайте мою. Там не одна пирамида, слышь? А вот скилл-тест, мы едем же туда, походу, к пирамиде скилл-теста. А может, тут и нет скилл-теста, не знаю. Но у нас как бы все равно здесь плейлист создан, да? Тут как бы, вон, можете посмотреть название, сейчас я засветил. Просто прикол в том, что... А уже не догонишь, Олег, уже все. Тут мне нужно допускать ошибку, чтобы ты меня догнал. Иначе никак. Шрек, можешь свалить? Шрек, свали, пожалуйста. Шрек, уйди. Шрек! Шрек, я тебе сигналю, уходи, Шрек, да уйди, уйди. О, все, нормально, все, он свалил. Все, хорошо, едем. Я, кстати, никогда не обращал внимания, что он есть у нее. У кого, че, кто яхта? Так у всего гудок есть. Есть, да, у всех. Я знаю, что у большой яхты, такой, которую мы, по-моему, дерби еще снимали на яхтах. Вот там гудок, прям гудок, как, я не знаю, как армянский гудок там.
прям такой большой. Блин, смотри, тут даже эту, как его, сфинкса построили, просто без носа, с бородкой, блин. А где, 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 где? А вот правда, и маленькая где? Хуёвинка стоит, смотри, такая. А, реально. Ой, Олег, это такой маленький, я реально, я Фрэнсис Дрейк просто какой-то. Навстречу приключениям, ёпта. Так, ладно, идем, бежим по болоту, бежим. Да, нормально? Вообще. Ой, ой, у меня привычка дурная, это супер пипла осталась, походу. Я на альт нажимаю, хотел повернуться. Шрек, а мне, один, да, один раз поиграл супер пипла, привычка. Да, уже, да, да, ну реально привычка, реально, привычка, ну, отвечаю, такая есть. А нельзя драться тут? Нельзя, а, блин, я бы ёпнул тебе. На чем еду? А, на квадрике. На квадрике, с Пашей. Он просто близко так бежал, что хотелось ему врезать немножечко. Так, оп, нормально, едем. А что, подожди, а куда мы едем-то вообще? Куда? Во, сюда. Блин, слушайте, а мне нравится, мне понравились пирамидки. А можно нас не катать вокруг да около? Можно сразу к пирамидкам, пожалуйста? Ну, типа, вот, пирамидкам нам... На сафари, что ли, какое-то? Короче, я понял, этот скилл-тест сделан для того, чтобы вы просто кайфанули от того, что здесь в этой игре это есть. Как бы, о. Но у нас в любом случае плейлисты, и у нас скилл-тестик ждет нас на втором месте, а пока я как просто безумный поднимаюсь, смотрю, все одинаково поднимаются, так едет. Слушай, прикольно. Мне нравится, что это пирамиды. Я ни разу не видел пирамиды в GTA. По сути, кстати, их вроде не сложно построить, но прикол, можно, что они просто есть. Так, о, тут, походу, у нас скилл-тестик маленький намечается. Да, мы внутри пирамиды, Олег, поднимаемся. Не просто на пирамиду, а мы внутри пирамиды поднимаемся. Так, вот сюда, хорошо. А так, вот и а скилл-тест. Тут надо с первого раза, короче, все пройти. Да, скилл-тест у нас как бы... И... У нас очень долгие прелюдии были, и потом не, у нас скилл-тестик. Вот так обычно и бывает, кстати, в скилл-тестах. Вот так вот и бывает. Один так, разочек. Ладно. Вот так, Херакс, давай, поехал. Ой, хорошо. Вот, надо толкнуть. Надо толкнуть. Погоди. Ой, все. Я шлем надел. А почему каждый раз, когда я беру этот самый человек, я постоянно падаю. Так, смотри, оп. А здесь как бы проверка на прочность. Тихо. Проверка на иди внимательность. Отсюда. Иди. Проверка на... Вот чисто, смотрите, на миллиметраж. 9 лет. 9 лет в GTA. Просто ни единой ошибки. Бегу как профессионал. Чувствую. Я и персонаж, это единое целое. Просто пробежал налегке. Простите. А, Паша, ты тоже пробежал? Ты что, серьезно, что ли? Охренеть. Беги, я понял, беги, пацаны. Беги. А кто-нибудь не пробежит? Подожди, беги, Олег беги, бежит, беги, Олег беги, бежит, беги. Нормально. Где? Паша упал и взял этот, как он называется-то, ёпта? Да ключик поинт, ты взял этот, да ёпта, да как он реально называется-то? Не ошибки просто, парашют, во. Так, подожди, а куда? Там наверх или вниз? По сути, стрелы... А, идея. Два кофе, лох. Пацаны, ну я первый финиширую, с вашего позволения. Как бы я буду все равно первый. Я считаю, что этот скилл-тест заслуживает своего внимания, заслуживает лайка за то, что он имеет пирамидочку. Ты ничего не заслужил. Пирамидочку Хеопса. А нам еще выше куда-то? Да господи ты, боже, ты ж мой. Там вообще просто вверх. А подожди, а у этой же штуки, по-моему, если ты с земли нажимаешь X, она сразу высоко подлетает. Но это земли. На земли только земля работает. Да. Так, подожди, а где? Я не вижу. Где чекпоинт, а? Где чекпоинт? Я уже высоко, как, не знаю, выше поднять не могу даже это. А, вот. А ты его точно взял? Во. Да что так долго? И куда? Куда? А, вот. Пацаны, но так как я профессионал вот этих вот глайдов всех, даже телом, я точно 100% прилетаю первым. Мне даже не понадобится парашют, потому что вот так чуть-чуть вперед, так чуть-чуть вперед, 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 вперед. Давай. Я без парашюта должен это сделать. Без парашюта. Давай, без парашюта. Без парашюта! Без парашюта! Есть! Я финишировал! И это первый скилл-тест у нас окончен, и мы переходим ко второму! Let's go! Yeah!
Итак, второй скилл-тест! О, да, вы давно катались вообще на рокет-волтиках? Вот, ну так, чисто вот, к примеру, очень давно, да? Очень давно, очень давно. То есть здесь вы вообще представляете, что нас ждет, нет? Вот вообще что-нибудь представляете, что вас ждет? Легкое. Ух, ё-моё! А мы, наверное, зря использовали. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, вот, наверное, вот так вот надо, да? Вот так. Так смогу, получится. Ну, чисто вот, чисто теоретически. Чисто теоретически, давай. А еще выше надо. Я четко подрасчитал. Да что-то не долетает. Так, 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 тихо, 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 тихо. А я вот здесь пока не буду юзать. Пока не буду юзать, потому что не доверяю. Там надо головку. Ой-о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 й-
стеночку? Ну, а ты Олег, думал, а ты что, куда ты там отъезжаешь? Я отъезжаю, в смысле? Да, ты назад куда-то поехал. А я чекпоинт набирал, он меня просто не взял. А, я понял. Кирюша, опасно. Да ёпс, туда... Блин. Вот почему? Надо было четко направиться вверх, вверх. Опа. Так. Все, тут надо рассчитать. Все, всего лишь то нужно рассчитать. Я, блядь, даже в кольцо не залетел, ты прикинь. Да, вот просто хочется, знаешь, вот так брать и вот так вот говорить. Да ты ж, да ты ган... Вот такие вот штуки хочется говорить. Ладно, нормально. Хватит ругаться. Так. Опа, о, ударюсь, нет, подожди, не ударился. Не ударился, хорошо. Я вот не понимаю, там через колечко это тебе пролетает, да, а потом куда? Подниматься выше. Нет, надо колесами встать на эту стену и дальше полететь. Вот я четко прилетел куда надо, но чуть-чуть правее, чем надо, как бы. Она еще приземляется. А можно удариться вот так? Вот так можно, да. И вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, это на одном дыхании надо? Да ёб, студентам! Да, да, вот именно на одном дыхании нужно, да, в этом-то и прикол. Так, давай. В этом-то и составляет сложность, понимаешь? Опа. Нету сложности. Опа. Опа. Есть препятствия. Препятствия нужно обходить. А можно, пожалуйста? А можно еще пожить статую какой-нибудь? Ой, было бы красиво! Как было бы это красиво! Господи! Там еще много всего. В смысле, это на одном чекпоинте все там дальше? Да, да. А, серьезно? Ладно, тут ничего сложного. Паша Бабунила. Тут всего лишь нужно... Тут всего лишь... Так, я то перелетаю, то не долетаю. То перелетаю, то не долетаю. А, я понял. Короче, надо изначально использовать ускорение. Я вот то криво, то не криво. Я вот тоже что-то криво. Голову поднимайте. Опа, вот так, голову. Голову и поднимаю. Во, вот сейчас... Вот, все, четко, изи. Вот оно. Оно, я чувствую. Чувствую, оно. Оно. Фильм такой есть. Ой, подожди, а куда дальше? Куда дальше? В кольцо. Чего? Кольцо, подожди. А куда дальше? Кирилл, там назад после этого. Ебать! Я прошел! Ебать! Молодец, получается. Охренеть! Кирилл, мы тебя не верим. Пацаны, это идеалочка, я считаю. Это пиздейшн. Я прошел. Не, я вот смотрю, что там делать это, надо. Это лайк. Охренеть просто. Ну, ладно, я посмотрю, что там еще дальше. О, Бубнила там что-то пожрать себе придется. Опять жрет, сука, скотина. А сколько жрать можно? Паша, время у тебя сколько? После 6 банды Ютуб не ест, понимаешь? Мы выгоняем из банды Ютуба все, кто выше 100 килограмм. Как бы тут уже пеняй на себя. Это мотивация чисто, знаешь. Мы кикаем из нашего склада все, кто толстый. Поэтому мы все похудели, знаешь. О, слушай, дальше вообще пока что легко. Дальше легко. Дальше вообще пока не чувствую. Вообще что-то на легком. Что-то базар на легком какой-то. Пацаны, вот я пока пытаюсь пройти, у меня колечко не получается нормально. А я знаешь, как улетел? Я не использовал сразу ускорение в колечке. Или нет. Я пролетел туда, потом просто развернулся и все. И потом все спокойно сделал. Ой-ой-ой. Бля. Да блин, он криво полетел. Давай. Ой, Шрек нормально там вообще на этом на танке. Олег, ты наравняйся на первом. Пидорит на танке. О, надо его обогнать быстренько на ускорялочке. Опа, хорошо. Так, дырочка внизу, да, дырочка внизу, тихо. Ой, это чё? Это чё? Это как?
Ты кто? Я такой впервые видел. Я реально такой впервые видел. Я проехал по вертикальной поверхности снизу и не упал. Типа я на ускорениях ехал и не колесами, а верхушкой автомобиля. Я такого не помню, что было вообще. Охренеть. Кстати, разработчик этой карты русский, так держу в курсе. Это очень старая карта, но мы в нее не играли. Я такую не помню карту вообще. Спасибо за информацию. Просто. Да, да, ну, для меня это реально полезно. Для тех, кто ищет постоянно скилл-тесты. Так, 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 так. Ой, а куда? 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 Подожди, тут, я уверен, повыше надо было. А вон пацанчики летят. Так, вон, смотри. Я-то не долечу, скорее всего, да. Там пацаны вон в пике солнца где-то пытаются долететь. Так, ладно, давай, 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 давай. Опа, так, хоп, 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 хоп. Долетел? Да. Красавчик! Я помню. Опа, все, подожди. Я идеально выровняюсь вот так вот. Оп, опачки, оп, оп. Вот, идеальненько, оп. Давай, все, хорошо. Я лечу, сколько у нас еще? Ой, я только половину прошел. Так, подожди, а я походу... Да, вот чисто, нет. Вот чисто теоретически. Я не верю в чудеса, но летит на ракета в небеса. Ладно, ну ладно, так, не а слишком там право. А дальше что-то из хардкорного, как вот нет, тут нет, было. Нет, 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 вообще, пока ой, ничего хардкорного нету, nice, пока изи да, все да. Проходится, все возможно. Да. Так, вообще подожди, вот nice. По сути, вот да, если чисто мы просчитываем математические движения, я не ты должен не долететь. А Паша, что ты умеешь? Помимо того, чтобы жрать, блять, на сериях, а? Помимо того, чтобы жрать, а? Паша! Когда на крыше едешь, прикольный элемент. Да, да, вот я про этот элемент как раз и говорю, типа, там чисто на крыше херачишь. Блин, а чё, подожди, почему они долетают? Эй, можно, пожалуйста, долететь? Чё не так-то? Ну, вроде чё нормально делать. Не, ну на фоне того, что мы все проходили, это там легко дается. Пока да, пока в целом, в общем, да. Не, ну, раньше, слушай, ну у нас скиллуха уже в любых скилл-тестах огромная. Раньше мы очень долго там по часу. Ребят, как смотрите на то, чтобы пройти 5-часовые азиатские дырочки, которые мы не смогли пройти? Вот как вы смотрите на... Ну, блядь, ну, Шрек, ну нахуй бы ты не пошел, а? Нахрен ты меня толкаешь-то? Блядь. А, здесь чекпоинт был, хорошо. А, как вы смотрите на то, чтобы пройти 5-часовые азиатские скилл-тесты, которые мы не прошли как-то... сколько? В 18-м, да, по-моему, году мы не прошли их? По-моему. Или даже в 16... В каком-то году, короче, мы не прошли их, и вот просто спустя столько времени пройти их. Да-да-да, там дальше вот прям прикольно. Прям прикольненько там дальше. Блин, а я все залететь, блядь, не могу. Что там сложно? А вот эта вот пищалка, это... Кирилл, я с первого раза прошел. Что такое? Первый раз прошел, я тебя обогнал, все, пока. А, ты обогнал? Я понял. Да. Блядь, я все туплю, маленько. Куда, блядь? О, Олег, красава. Я долетел. Красиво, красиво. Ой, давай, теперь поехали, в одну дырочку. Охренеть, давай. Ой, блядь, танк-то, блядь, Шрек, да ты можешь, блядь, не ломать ты эпичный момент. Ты нахуй зипасту оформил, блядь, с трубочки, да? Что это такое? Ну вот зачем вы блядь, ну вот красиво же было. Ну, блядь, Шрек, ну съебись, блядь, ёбаный ты, блядь, таракан, а. Ну сразу таракан-то. Да блин, да ладно мешать так, но не на эпичных же моментах. Так можно было бы с первого раза пройти. Я смотрю, там никто не долетел. Да, там надо больше загибать. Мне нравится, что там танк еще. А причем танк долетел, да, да. А я долетел, а вы не долетели. Ну что-то лоу скильный. Так я чисто за танком лечу. Так, чисто за танком. Да, 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 да. Давай, 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 полетел, полетел, полетел. А что тут? А что тут? А что это такое? А что тут надо делать? Не понимаю. Подожди. Ни хрена, пацаны, интересно, догадаетесь, нет? Охренеть, мимо танка, под танком пролетел красиво. Ой, эпичный момент. Сейчас танк хорошо зарешил, конечно. Сейчас танк хорошо прям сделал. Так, а что там? А вот догадаетесь, нет? Вот сейчас я хочу послушать. Чисто тишина и слушаем пацаны. Эй, бля, ёбучий танк тебя в сраку, а? Типа там чекпоинты, что ли, не видят? Ты чё? В смысле? Ну, вы следующий чекпоинт. А, ну вот вижу, Серега тут. Что там особенного было? Ну не-не-не, там прикольно было, типа надо... О, блядь, тут дрифт, чисто дрифт! Чисто дрифт, блядь! Не, скилл-тест кайфовый, ставлю лайк. Согласен, согласен. Ну и я же искал, Олег, как бы, понимаешь? Понятно, конечно, понимаю. Ну тут сразу видно, брат, как бы. Конечно. Бля, а можно, пожалуйста, как бы не сильно-то дрифтить? Страшно же, ё-моё, народ! Подожди, во-во-во-во...
Сука. Вы что, все это слышали? Да, я тоже это слышал. Это забей, это вот. А ты вчера был, да, когда я говорил это? Да. Просто Паша пожрал, сука, затянулся. Молчал все это время, затянулся и просто пизданул одну фразочку, блядь. Бля, Паша топ такой. Бля, реально, Паша что-то спрашивал, там говорил с ним, вот сидел, ел, не отвечал, потом просто затянулся и что-то пизданул. Красавчик просто. Понимаешь, в чем дело? Надо жить в кайф, брат, да, я считаю, блядь, надо жить чисто в кайф. Да, надо чисто жить в кайф и все, и ни в чем себе не отказывать. Хочешь, шишки-нишечку пухни, то пыхни, брат. Я еще представляю, Паша в трусах сидит, надо кайф, конечно. Я в шортиках, знаешь, таких пляжных, блядь. Блять, он чисто, знаешь, из Мечита этот, который чувак лысый, такой, блядь, на пляжная одежда, вот это, знаешь. Ну что, ребята, мы прошли, кстати, с вами два скилл-тестика с пирамидами, с рокет-волтиками. Огромное спасибо за то, что посмотрели сегодняшнюю серию. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте подписываться на Телеграм по ссылочке в описании. И всем спасибо за внимание, спасибо за удачу, спасибо за лайк, всем удачи, всем пока. Пока.